Всем привет, меня зовут Алексей, мы продолжаем играть в большие гонки онлайн. И давайте проголосуем, все голосуют за класс E, за S1 класс. Проголосуем. Может быть S1? Ну, нет. Всего лишь 3 голоса против 10. Будем на машинах А класс участвовать. Давайте выберем. Что же нам выбрать? Мы на каких не ездили. Ну давайте Ягуар, может возьмем или что? Что взять? Ну или Мустанг. Давайте Мустанг возьмем. GT. Ну, что-то долго загружается. Так, загрузились. Ну, давайте салон посмотрим. Я не смотрел салон этого автомобиля. Ну, неплохо он сделан. Так, поехали к новому заезду. Через 400 метров поворот направо. Вау, он даже до 7 крутит. Ничего себе. Я не думал, что... маслкары до 7000 крутили. Вау. Так, подбиваем заборчик. Вау, что-то... что-то на переднем бампере застряло. Что-то мы не очень хороший автомобиль выбрали, как-то себе не очень хорошо ведет он. Через 400 метров поворот налево. Где у нас гонка будет? Да мы тут срежем. Пересчет маршрута. Через 400 так, метров, тут срезаем. И едем к назначенной точке. Еще сколько? Еще 30 секунд. Мы успеем. Давайте немножко соберем еще очков. 848 дополнительных. Ну, неплохо, наверное. Надеюсь, больше, чем у других. Так, ну да. На 200 очков больше. Тут еще присоединился. С S2 классом. Что у нас? Nissan GTR есть, Bentley... по GT, Mercedes C63 AMG, Jaguar XKRS, Diablo SV, мы ездили на ней. Jaguar XKRS тоже самый. Больше нету никого. Ну, что так долго загружается? Ну, долго-долго. А, надеюсь, кольцевая. Нет, спринт-гонка. Спринт. Так, я даже не знаю. Так, командная гонка. Я за синюю команду. Что тут? Со мной Мерседес, Ягуар и Диабло. У всех уровень небольшой. Поехали. Интересно, как мы Skyline сделали с задним приводом? Это странно. Чёрт. Да, Мустанг. Мустанг плохой выбор. Ну, что ты делаешь?
Бентли. Бентли за красную команду. Смотри. Нет, не хочет приплюснуть меня. Странно. Упс, извини. Ой. Я так очки не собираюсь, буду врезаться в каждую машину. Дрифт идет машина только с ручником, сама вообще никак не хочет. А, Ягуар, черт, а. Так, ручник. А, держись. Так, сохранились на дороге. Еще небольшой дрифт. Немножко по полю проедемся. Ух ты, мы же проехали. Да, странно, странно. Но за точки получили, за прогревшин. Думаю, мы очков мало наберем. И мы финишируем. Интересно, сколько очков опыта мы заработали? Так, нам дают 10 тысяч кредитов. И сколько здесь? Ну, 9 только. Всего лишь 9. Мало это, конечно, очень. Ну и, естественно, мы откатились на вторую позицию. А, хитрый GTR был. Сам в конце стартовал. Спокойно заработал, очков опыта много. Ну, поехали дальше. К новому заезду 8 километров. Это вообще, конечно... А мы срежем. Мы самые умные. Или не умные. Ой, ой, не вижу, не вижу, не вижу. Ничего. Сколько тут деревьев? Фортка, откуда он появился-то? Так, тут. Так, на дорогу выезжаем. Это не дорога, не дорога! Какая дорога это? Нас обогнали. Поедем от первого лица немножко. Нет, нет, нет. От первого лица сложно очень. Тут же срезать можно, куда они поехали. Странные ребята. Вау. Выполните безопасный разворот. Зачем? Я правильно еду. Еще 3 километра осталось. Ох, едем слабо мы, 220 всего лишь на 6 передач. Отлично вообще. Держите
Так, переключимся на третий, от третьего лица. Вау! Нет, только не дерево! Не дерево! Ну... Прям не валяшка какая-то. Могли первым доехать, конечно. Ну, прям в меня попал. Но зато неплохо заработали очков опыта. Почти 2000. Новый уровень. 331 уровень. А, он да вообще отрывается и отрывается. Уже 4, или было 4000 уже отрыв. Кто-то еще присоединился, теперь у нас 12 человек участвует в чемпионате. Что у нас, Dodge Dart, кто-то опять зашел. Там же максималка 240. Ну, в стоковом варианте, конечно. Или 220, то меньше, короче. Что у нас больше? Lexus GS, по-моему, прибавился. А, и СЛК прибавилось еще. Надо было СЛК взять, попробовать точно. Стартуем седьмыми. Так. Nissan рядом со мной стартует. Он хитрый, сразу в конце едет. Да. Вот. И сейчас он очки будет набирать. Зараза, а. Ну, в самом конце он едет. Сзади меня едет и набирает очки. Ну, начался. Но, блин, у Мустанга мощности не хватает. Только с ручником она в занос заходит. Ну, давай. Ну, вот вторая передача. Неплохо, наверное, на второй. Ой, ёшкин кот. А тут что тут творится вообще? Меня не трогать. Так, сохранились очки. Skyline куда-то вообще потерялся. Еще немножко очков собрали. А, Skyline сзади меня едет. Еще 537 очков. Вау.
немножко тут поедем. Кусты позбиваем. Так, еще 30 секунд. Вау. Ой, обязательно врезаться ему надо. Было. Ну, немножко мы заработали очков, к сожалению. Сколько нам кредитов? Нам 10 тысяч кредитов дает, а вот опытом онлайн будет. О, это вообще мало, 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 мало. 7,5 тысяч. Он вообще на 10 тысяч практически оторвался от нас. Так, поехали. Я думаю, нам сюда. Новому заезду. Ну, поехали к новому заезду. Так, мы можем позбивать кусты. Через 400 метров поворот налево. Так, лучше здесь повернуть. Дурацкий ягуар, а? Идиотский ягуар. Никогда мне не нравился ягуар. Даже дизайн не нравится ягуара. Так, мы не успеем. Еще 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Успели. Ну, мало собрали, конечно. Да, стало не громадный вообще. Ого, там кто-то 562 уровень, это вообще. Третий заезд. Командная спринт-гонка. Мы за синюю команду, в общем. Где Ниссан? Ниссан за красную. Воу-воу.
Так, куда дальше нам ехать? А, вижу я контрольную точку. Ух, странная контрольная точка вообще. Первый раз вижу. Нас преследует, поэтому нужно очки сохранить лучше. А то врежутся нас и кранты нам. Но очки хотят сохраниться. Они набираются и набираются. Ну тут, наверное, сохранятся. Или нет? Мне кажется, нет. Ну. Фу, сохранились. Еще сколько секунд? Сколько? 20 секунд. Ну, кажется, мы неплохо проехали эту гонку. Хоть и синяя команда проиграла. Так, награда за победу. 9,5, а вот сколько очков опыта? Ну, да, 14 тысяч, неплохо. О, ну, не догнали мы его все равно. Сколько у нас? 4. 7 тысяч, это громадная разница. Я не знаю, ну, срезать там, наверное, можно было. Так. Меня развернуло. Куда они едут? Или... О, можно? Значит, все правильно. Я-то думаю, там проехать нельзя. Ну, отлично. Теперь прямая только. Прибавим газку. Сколько? 20 секунд. Мы успеем. Я думаю. Ой, так не врежься! Долбоёб, а? Thank you.
отлично. Вообще 8000 уже. Ну, у нас тоже неплохой отрыв. От человека, который идет на третьей позиции, 9000. Поэтому, наверное, вторая позиция будет. В общем, зачет чемпионата. Ух ты. Кольцевая гонка. Вот тут можно очень неплохо заработать очков опыта. Вот нахрена я первый, я не понимаю. Ладно, пропущу всех. Задницу. Вот Мустангу очень мощности не хватает вообще. Блин. Думаю, я даже очков много не заработаю. Сам автомобиль дурацкий, вообще не подходит. Так. Ну вот. Первая передача вообще 40 километров в час. Ничего себе. Явно вообще непонятный автомобиль. Ни для дрифта, ни для быстрой езды не подходит он. Здесь явно тюнинг какой-то нужен. Что-то нормально она поехала. Хотя масл кар считается это. Опять. Меня уже на круг обгоняет, это вообще. Даже не цепляет, скользит. Мне кажется, сейчас первый финиширует и 30 секунд будет. Да, я не успею даже полкруга, наверное, завершить. Ну, неплохо в этот раз зашли поворот. Почти неплохо. Сколько еще? 10 секунд. Ну, самый главный поворот не проехали, конечно. Сколько? 4 секунды.
Одна секунда. Мы даже не финишировали. Один, нет, 12 практически. А вот очков опыта мало. 9900. Ну, заняли, в общем, второе место. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал. Всем пока.